Друзья, всем привет! Значит, сегодня у нас на обзоре будет обновление карты Пионер. В данном обновлении нам предоставили три новые культуры. Это лук, морковка и капуста. Также был обновлен пак техники. Вот. Ну, перед началом видео я хочу порекомендовать вам группу на данную карту, где ее можем приобрести. Ссылочка на группу будет под видео в описании. Ну, давайте сначала сделаем обзор на технику. Посмотрим, что у нас обновили в паке техники. Так. Ну, собственно, это комбайн, так понимаю, для уборки лука, моркови и капусты. Так, где он у нас находится, сейчас глянем. Так, он у нас в разные находится, да. Также есть приспособы для данного комбайна. Так, подробности. Ну, жатки, да, для лука, морковки и капусты. Так, далее у нас есть газ модульный 53 грузовой. Прицеп с заправкой на удобрение. Так, далее что у нас здесь? Ничего не добавили, техника текования нет. Волковая жатка ГВС-6У. Далее что? Сенокосилки без изменений. Опрыскиватель у нас ПЖУ-9. Так, прицеп для жатки имеется по животным. Без изменений грузовые прицепы. Так, ну, собственно, вот для тюков травы имеется прицеп сеноворошилки без изменений. Навозоразбрасыватели тоже. Сеялки, сеялки по сеялкам, что у нас? По сеялкам у нас Ника 9 концепт, а также Кузбасс. Кузбасс бункер и Кузбасс культиватор. Так, далее жатки на Россельмашевские. Так, трактора К5, трактора, что здесь у нас? Ага, трактора у нас КамАЗ-сельхозник, початкособиратели, прицепы. Это ПТС-2. Так, что там еще было? Подождите. Прицеп Урал, Нефас, прицеп. Значит, что там еще мы пропустили? Средние трактора смотрели. Так. Уборочные машины. Что у нас по уборочным машинам? Акрос, РСМ. Далее, большие трактора. Кира СК-744. Малые трактора. МТЗ-1221 Сарекс. И МТЗ-82. Так. Ну, в принципе, все. Давайте наглядно на это все посмотрим. На весь обновленный пак. Так, что там у нас? Собственно, вот так вот вся техника у нас выглядит. МТЗ-шечка, Сарекс, да, у нас? Да, все верно. Газончик. Это у нас Акрос. МТЗ-82. Сельхозник КамАЗ. Ну и Нива, соответственно. Так, ну, в принципе, бегло пробежались по обновленному паку. Давайте поедем, посмотрим на культуру, а точнее на уборку культуры. Друзья, в общем, мы перешли на обзор новых культур на карте Пионер. Первая культура — это у нас капуста. Вот, собственно, комбайн, который убирает данную культуру. Ну, давайте посмотрим, как она конвертирована в саму игру. Ну, в общем, культура и сама текстура, в принципе, качественная для FS20, была конвертирована в данную карту. Давайте посмотрим, как будет проходить у нас уборка в данном комбайне.
новый, кстати, комбайн специально для этих культур сделан был, конверт на эту технику. Собственно, вот такая, таким образом идет у нас уборка данной культуры. Так, ну давайте перейдем к следующей культуре. Следующая культура у нас лук. Собственно, вот она, текстура данной культуры. Так вот выглядит на карте. И, соответственно, FS20 в самой игре. Давайте протестим, работает ли, нет. Да, уборка пройдет. Культура собирается, убирается данным комбайном. Все играбельно, все отлично. Так, что там у нас следующее? Следующее у нас морковь. Морковь выглядит у нас вот таким вот образом. Также сейчас проверим, как идет уборка на данном комбайне данной культуры. В принципе, все играбельно. Все играбельно, все отлично. Новые культуры FS20 появились. Ребят, еще раз давайте теперь глянем на самой карте, как эти культуры выглядят. Соответственно, в самом низу, вот, если мы посмотрим на карту, да, вот выглядит у нас цветом вот таким вот обозначена капуста, лук и морковь. Ну, в принципе, на этом у меня и все. Ребят, ну всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.